Киса, Ипполит Матвеевич Воробьянинов, герой романа «12 стульев» Ильфа и Петрова, был уездным предводителем дворянства. Что делал человек на этой выборной должности? Да, помогал уважающим лицам своего уезда правильно оформить документы. Ибо даже если папа, дедушка и прадедушка были дворянами, для получения этого титула надо было предоставить все документы, что дедушка действительно владел недвижимостью или крестьянами, что он был признан в дворянстве, что вы законный ребенок. Уездное дворянское собрание, в котором Киса был председателем, готовило документы, отсылало их в губернское собрание, которое утверждало их и пересылало в Санкт-Петербург для окончательного вердикта. Что-то в документах не так? По этой цепочке бумаги возвращались обратно для доработок Кисе. Киса был важным человеком, и следы его работы можно найти как в областных архивах, так и в Российском государственном историческом архиве Санкт-Петербурга. Если вам понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. За помощь в составлении текстов спасибо Кириллу Чащину.